Всем привет, меня зовут Наталья, и вы находитесь на моем канале «Все в жизни связано». И сегодня я хочу презентовать вам выход моего нового мастер-класса по вязанию вот такого уютного, невероятно нежного, теплого, красивого джемпера под названием «Джулия». Немножечко расскажу и про пряжу, и про то, что в мастер-классе будет описано. Значит, вязала я этот джемпер из невероятной, классной, пушистой, не знаю, насколько видно на видео, но уж поверьте на слово, ангоры 70. Ангора 70 – это маркировка пряжи, где цифрой 70 обозначается процент ангоры в составе этой пряжи. То есть здесь 70% ангоры и 30% нейлона. Я покупала бобинную ангору. У меня вот остаточек, я покажу, как она выглядит. Значит, ниточка 800 метров на 100 грамм, вязала я в два сложения, и получается очень нежный и в то же время очень теплый свитерок на зиму, то, что нужно. Смотрите, какой невероятный цвет. Значит, на камеру не прям 100% передается, но на 90% точно передается. Этот цвет называется нежная мята. Он просто невероятный. И вот в моточке ангора еще почти не распушенная, но в процессе вязания, а потом в процессе ВТО, она невероятно здорово раскрывается и покрывается вся таким густым, таким плотным пушком, который согревает и утепляет очень-очень хорошо зимой. Значит, конкретно по модели. Значит, эта модель вот такая свободная, как вы можете видеть, она прям как оверсайз, он такой вот уютный-уютный, в такой свитерок хочется закутаться, взять чашечку кофе или чая и смотреть любимый фильм. Значит, вяжется эта модель сверху вниз, модель имеет японское плечо, посмотрите, вот как красиво. И, кстати, мне очень нравятся модели с японским плечом. Они очень здорово садятся на любой тип фигуры. И модель красиво смотрится очень. Затем, посмотрите, у него вот такая двойная, прям, ну, очень крутая такая фабричная горловина. Это все рассказано и показано в мастер-классе, как ее вязать. Дальше, посмотрите на этот рисунок, он просто как 3D, он такой объемный и такой необычный, и в то же время очень простой в исполнении. Также в этой модели вот такие свободные, вот прям такие свободные рукава, которые не зауживаются к низу, и они придают модели особого какого-то такого шарма и женственности. Вы сможете посмотреть это на дополнительных фото, которые я добавлю в видео. И заканчивается модель тоже такой же резиночкой, которой обрабатываются рукава и которой была обработана горловина. И, как вы видите, тоже к низу джемпер, свитер не зауженный, а прямого кроя. То есть его можно прям делать удлиненным, как в моем случае, и тогда он очень теплый и закрывает бедра ваши. Либо делать стандартного размера, это уже на ваше усмотрение, либо можно даже укороченный, как молодежный вариант. Это кто уже как захочет, так как свитер вяжется сверху вниз, регулировать длину очень легко. И от этого я и люблю очень вязаные модели, которые вяжутся сверху. Ну, это прям вот мое. Я вяжу, конечно, и снизу, но реже. Все-таки модели сверху мне больше нравятся. Кстати, напишите, девчонки, в комментариях ваши приоритеты. Вам, ну, больше нравится вязать сверху или снизу? Вот просто интересно было бы услышать ваше мнение. Итак, дальше по мастер-классу. Значит, все вот эти нюансы и моменты, которые я вам сказала, будут в мастер-классе. Вот, посмотрите, вот здесь рукав, который потом набирается по проймам и вяжется сверху вниз. Но вид у него, тем не менее, вот так вот, если вот так посмотреть, вид у него как вточной рукав. То есть швов нет, а это для меня огромный плюс. Не люблю в вязаных изделиях швы, вот. Это еще одна моя нелюбовь. Но вточной рукав
в моделях смотрится красиво, а здесь и швов нет, и рукав как в точной. Видите? Это тоже преимущество вязания моделей с японским плечом. Так, мастер-класс у меня в формате PDF. Там как текстовое описание, так и схематические обозначения. И очень-очень подробные видео всех-всех моментов, которые будут встречаться в свитере. Размерный ряд в мастер-классе очень большой. От XS самого маленького и до 2XL. На объем груди до 116 сантиметров точно, а может быть и больше. Кто не очень любит оверы, то можно, у меня вот 62-63 сантиметра, это который размер в мастер-классе самый большой, вот ширина 62-63 сантиметра. И кто не любит оверы, а любит ближе к по фигуре, то даже на грудь 120 сантиметров можно будет вязать по последнему размеру, который описывается. Так, что еще по поводу приобрести? Приобрести мастер-класс можно на моей странице в Инстаграм, либо в моем личном магазине на Etsy. Все ссылочки будут прикреплены под этим видео. Смотрите описание, и там будут все ссылки, через которые можно перейти и приобрести данный мастер-класс. Кто будет приобретать через Инстаграм, заходите в Инстаграм и пишите мне в директ. Так что, девочки, кому понравилась такая модель свитерка, жду вас либо у себя в Инстаграм, либо в магазине Etsy. А всем остальным, кто еще не подписался на мой канал, предлагаю подписаться, нажать колокольчик, чтобы не пропустить выход новых мастер-классов, либо новых видеообзоров, либо новых видео с разными полезностями. И поставьте лайк, если вам понравилась данная модель. А на сегодня у меня все. Всем пока!